Помочь природе очиститься. С этой целью приехали в субботу в микрорайон Чкаловский сотрудники администрации городского округа и активисты партии «Единая Россия». Они поставили перед собой задачу убрать в лесопарковой зоне по соседству с домом по адресу Гагарина, 4, оставленный нерадивыми жителями мусор. Этот лес находится рядом с нашим домом. Мы хотим, чтобы здесь был порядок, чтобы сюда было приятно приходить. И это помогает экологии, потому что это сейчас очень важная проблема в нашем современном мире. И помогать природе дальше, как бы, в принципе, жить, это очень важно, чтобы мы дальше тоже жили. Это важно в первую очередь для нас и для природы, которая нас окружает. Рядом с продовольственным магазином и торговыми павильонами вдоль уходящей в лес дорожки на земле валяются пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты, причем как старые, покрытые грязью, так и, что называется, совсем свежие, брошенные недавно. Мусор, которого тоже в изобилии достаточно в лесу, к сожалению, наши друзья, соседи, товарищи разбрасывают, выходя в лес, употребляя напитки и разбрасывая пустую тару по кустам. Все это, конечно, не способствует улучшению качества окружающей среды. Поэтому сегодня стоит задача максимально, насколько это возможно, возле дорог, тропинок, в лесу навести порядок. Для участников субботника проведение на глазах у прохожих этой простой, но полезной экологической акции своего рода еще и агитация за правила, выраженные в словах «чисто не там, где метут, а там, где не мусорят». Конечно же, такой субботник имел и совершенно конкретный зримый результат. Из лесопарковой зоны вынесли более 30 мешков мусора. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.